ну что ж, вот добрый день. Люси ТВ называется эта программа. Поэтому из чего следует, что зовут меня Люси. И я, если говорить честно, еще и сама не очень понимаю, зачем мне захотелось поделиться с вами своими мыслями, чувствами. И, может быть, обсудить что-то, что будет интересно всем, не только мне. А поводом к этому послужил фильм, который посмотрела я недавно, хотя слышала о нем очень давно. Документальный фильм, который называется «Подстрочник». История жизни. Жизнь очень интересная, яркая, необычная. Ну, конечно, каждый из нас может сказать, что у нас тоже яркая, необычная. И вот я подумала, что если бы каждый человек написал историю своей жизни или рассказал историю своей жизни, вот тогда, наверное, кончились бы споры о том, что такое история и фальсификация истории, как надо интерпретировать какие-то события, потому что жизнь каждого человека отражает жизнь общества, в котором он живет, отражает все события, которые происходят вокруг него. И вот через призму жизни отдельного человека правдивость и достоверность этих событий проявляется с совершенной очевидностью. Ну, Люся, я живу здесь в Торонто, живу здесь 20 лет, но, конечно, большую часть своей жизни я жила в совсем другой стране,